Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Смотрите, девочки, я хочу сделать сейчас с утра маску. Вот эту вот, которую в фикс-прайсе взяла, корейская какая-то, мохито. Для жирной комбинированной кожи, баланс и свежесть. Хотела показать, вчера покрасила наконец волосы краской кастинг. Видите, как хорошо закрасила седину. У меня тут все седое. Вот. Я уже сделала эту укладочку не утюжком, а гофре объем. Сейчас хочу маску нанести, и мне нужно срочно побежать наверх, догладить вещи. Вчера начала, но уже было поздно, устала, бросила, пошла отдыхать. У нас двери наверху ставили в комнаты детей, двери поставили, открывать нельзя было, поэтому мы все внизу спали. Так, сейчас посмотрим, что здесь залипало на этой маске. Пока все спят, нам с Егоркой скоро на английский. Я поэтому встала пораньше, думаю, сделаю маску. Ну, смотрите, ткань тут такая прям плотная. Вот так она как-то соединена. Теперь вот раздвигаем. Получается вот такая вот штучка. Ой, а может не надо? Она, смотрите, она сделала прямо вот так уголком. То есть, по идее, должна вот сюда подбородок одеться. И треугольником сюда. Ну, давайте посмотрим. Взяла, разорвала. Интересно. Смотрите, как она сделана. И прям заходит сюда. Очень плотная ткань. Прям плотная. Я люблю, когда на маске плотные ткани. Не знаю почему. Вот так. Тут у нас подбородок. Но из-за вот этого угла, что сделано, получается, здесь не совсем касается, немножко отходит у меня. Здесь тут, наверное, поднять вверх, что ли. Да, сейчас еще настраивать его на 3 часа. Угу. Ну, тут зато, смотрите, нос весь. Не во всех масках нос помещается. Не, ну, лекало хорошее. Хорошее. Прям достает до конца. Мне больше не надо, чтобы волосы не мочились. И сюда сейчас натянем. Ой, смотрите, как здорово. Захватило прям все. Захватило все. Здесь вот разрезики на глазах, чтобы оно легло хорошо. Смотрите, прям вот так вот все. Вот эта история мне немножко не нравится. Разорвать здесь, что ли? Вот так я сделаю. Смотрите, раз. И вот сверху наложу. Вот так. Все. Крылья носа, все под маской. Так, ну все. Сейчас пойду поглажу. Потом еще с вами увидимся. Всем привет! Мы собираемся куда, Егорушка? О, в английский. В английский, да. Вот сейчас вот открываются ворота, мы выезжаем. Ну, как у тебя настроение в нашей сумочке лежит? Хорошее, только я в клетке. Ты в клетке? Помогите, пролезть надо. Ты знаешь, что ты самый умный, самый красивый, самый любимый, самый добрый мальчик? Не знал, но мне надо пролезть через клетку. Ну, пролази, давай. Давайте, девочки, я вам покажу наши же... Давайте, что вчера наш папа сделал. Девочки, ну вот смотрите, вот такие сделали вчера наши парни, наш папа, с работниками ворота. Это у нас теперь въезд в наш производственный, как бы, двор. Там еще вывеска будет вверху. Девочки, мне так нравится мой сейчас цвет волос. Вот он называется темно-русый, но он все равно с каким-то, мне кажется, красным отливом. Сейчас на цвету еще покажу. Вообще мне нравится, классно. Здорово. Так, ну что, друзья, смотрите, мы приехали с Егором с английского, решили приехать в парк наш, вот он. Нашу машину здесь оставили, пошли. Смотрите, мы сейчас будем заходить на вечный огонь, да, вот. Солдаты, идем! Хотим погулять, покажем как раз вам немножко.
что у нас тут имеется. Девочки, смотрите, включилась, показать вам, как у меня может быть с утра. Вот, пожалуйста. Борделиус еще какой. Вот так вот. Здесь уже мы приехали с Егором, когда я купила овощи. Не буду вам прям подробно ничего рассказывать, ничего интересного, все то же самое. Тем более в каждом городе своя цена на эти овощи, фрукты. Значит, зеленый лук. Помидоры вот эти вот взяла, они недорогие, я вам сейчас скажу, по 100 рублей. Вот эти они типа турецкие. Это я София заказала отбивные с мяса, с сыром и помидорами. Так мне жалко, дорогие розовые, я ее такие взяла. Смотрите, вот эта квашеная капуста вообще обалденная. Не кислая, сладкая, съедают сразу. Повторила. Потом, здесь у нас идут огурцы. Огурцов беру, девчонки, понемножку. Знаете, почему проблема огурцов в зимний период, ну, а весенний зимний период в том, что когда их набираешь много, и они лежат в холодильнике, они становятся какими-то мягкими, водянистыми, вообще пропадают, и какая-то вот на них вот это какая-то слизь, что ли, появляется. Ну, это все из-за того, что у них, наверное, дофигища пестицидов эти, какой-то химии. Ну, вот взяла какие-то тут два сорта. Значит, цена у них одинаковая, 170 рублей. Вот эти танкокоры такие вкусные, я знаю, это волгоградские. Взяла еще какие-то ставропольские по той же цене. Ну, что-то я, знаете, на него надавливаю, он как-то мягкий, блин, думаю, надо было лучше взять волгоградские. Ладно, слопаю сегодня. Идем, тем более, я одна до Софии, и все. Смотрите, яблоки. Яблоки. Ой, ё-моё, 80 рублей, по-моему. Это яблоки Гала. Я беру только Гала, потому что они, значит, нужно, чтобы была твердая корка, и чтобы они были сладкие и сочные. Это вот Гала. Потому что наши мягкие яблоки дети вообще не едят. Ну, тут уже тоже. А, вот еще два огурца, смотрите. Это другой сорт, это по 180. Наши местные, троицкие, как вот колбасы я вам показывала, они уже выращивают огурчики. Я сейчас салат делала, прям пахнет огурцом настоящим такой. Если вот этот, скорее всего, будет как водянистый такой, без запаха, то вот эти вот прям пахнут огурчиком, крутые. Надо в следующий раз повторить. И вот такая картошка астраханскую берем. Все. Вот сейчас буду этот борделью складывать в посудомойку. И что я хотела потом сделать еще быстро? А, девочки, у меня еще кровати не заправлены. Побегу, заправлю кровати, и мы начнем учить окружающий мир с Егором. Учить нам надо две страницы. Все это учить надо наизусть, я вам потом покажу.
девочки, хочу сделать отбивные со свинины, сыром, помидорами. Ну да, сыром и помидорами. Софийка заказала. Вот смотрите, бедный ребенок сидит среди стульев. Я говорю, стулья же можно и убрать. Пылесос у нас тут работал, я стулья подняла. Но вот. Это моя защита. Ну, твоя защита, тогда понятно. Смотрите, девчонки, мясо нарезала. Ну, опять же, такими небольшими кусочками. Отбиваю, ложу так вот в пакетиках. И отбиваю молотком. Таким вот. Сейчас мы отобьем их все, промоем, потом дальше я подключусь. Я делаю вот так. В пакет кладу кусочек вот этой вот стороной. С одной стороны. Потом, опс, перевернула с другой стороны. И так с каждым кусочком. Так, значит, я мясо свинину нарезала, отбила, обсушила полотенцами бумажными. Теперь сюда в чашку я буду добавлять, значит, смотрите, как обычно, по стандарту, чеснок, черный молотый перец, соль у меня сюда пойдет, все на глаз кладу. И вот такая вот нашла приправа для свинины, хрустящая курочка. Вот, наверное, еще его добавлю. Значит, соль, перец, ну, приправы все уже здесь. И, девочки, мне же нужно добавить масло, оно же у меня будет на противне запекаться. И я подумала, хочу проэкспериментировать и добавить вот эту вот салатную заправку с оливковым маслом. Мне кажется, будет круто. Так, добавила. Заправка, она такая пряная, вообще, мне кажется, будет вообще обалдежно. Потом сейчас скажу. И будет она у меня теперь мариноваться где-то полчаса. Я в это время картошки начищу, хочу еще картошку отварить. Так, следующим этапом моего приготовления является следующее. Значит, смотрите, на противень я кладу фольгу, но это только для того, чтобы потом легче мыть было. Буду в духовку на 180, нет, 205, вот я поставила градусов, и буду выпекать вот это мясо до полуготовности. А потом, когда оно уже наполовину будет готово, ну, готово, но ближе уже к завершению, я сюда буду выкладывать, смотрите, шампиньоны вот такие резанные. Потом будет идти помидорчик. Потом будет смазываться майонезом и сверху посыпаться тертым сыром. Вот мясо я теперь достала до полуготовности, оно у меня приготовилось. Теперь я буду класть на каждый кусочек, нет, сначала давайте грибочки, потом будет у меня помидорчик, потом я смажу майонезом и сверху посыплю натертый, значит, здесь у меня на терочке сыр. Так, вот я их поближе подвину друг к другу, чтобы если сыр будет плавиться, стекал, ну, на соседа. В общем, вот так получилось. Помидорчики, сыр, грибочки. Теперь еще на 15 минут духовку. Девочки, сижу, разукрашиваю здесь этот произведение искусства Егора. И на ум пришла песня. Мы как раз недавно засыпали с ним и слушаем, знаете, онлайн сказки, рассказы. И слушали, по-моему, Денискина рассказы, мне кажется, если я не ошибаюсь. Есть еще такой Эролаж. Значит, там песня. Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает, да? Типа наша ситуация. Мама рисует, Егорка сдает. Короче, он нарисовал это сам, попросил разукрасить. Говорит, мама, разукрасить сил у моих больше нет. Это ж каждый день нам надо делать, читать и рисовать. Вот, так что решила ему помочь. А это, знаете, иллюстрация к рассказу Гайдара. Значит, рассказ, по-моему, называется «Совесть». Как девочка, значит, алгебру там не сделала. И не захотела идти в школу. Села, значит, в лесу, ела свой пирожок. И тут шел мальчик, который... Ну, мимо, она говорит, ага, решила его посадить, значит, ты хочешь прогулять урок, а он говорит, нет, я хочу идти в школу, но за мной погналась большая собака, я испугался, забежал в лес и теперь не знаю, как выйти. Вот ей стало стыдно, она его проводила, вот это, значит, иллюстрация к этому рассказу. Ну, вот так вот как-то получается, мясо с грибами и с помидорами. Девочка села пить чай.
уже, мы сейчас спать собираемся. И вот хотела вам показать вот такую штуку, я не знаю, у вас в магните продается она или нет. Это хлопья, получается, овсяные. Вот здесь я взяла с вишни. Ой, очень вкусно. Я вот его ем в прикуску. Он как этот, как овсяное печенье. Смотрите, оно вот так вот выглядит. Сейчас заглянем. Там прям большие вот это вот, видите, это прям сушеные вишенки. Здоровская. Я утром его с Биолак там, или как он называется? Да, Биолак, по-моему. Ну, короче, типа кефира, который 1%. Прям накладываю его и ем. Вот если увидите в магните, возьмите. Очень вкусные, обалденные хлопья вот эти. А это вообще хлопья называется? Как оно называется? А, это мюсли, точно. Мюсли хрустящие, медовые. Вообще здоровские. Вот я хочу на этом попрощаться с вами, сказать всем до свидания, до новых встреч. Афоня, ты что-то просишь? Ты хлопья хочешь? Сейчас посмотрю. Ну, сейчас я посмотрю. Ну, вот тебе на стол. Будешь? Бери. Бери, бери, Афоня. Кушай, на. Вкусно, ты же любишь меду. Ой, ой. Ну, разворачивайся на стул, ты не можешь развернуться. О, вот он как кушает. Короче, лопает. Он любит у нас такую ерунду. Все, всем спокойной ночи, если вы смотрите меня вечером. Всем доброе утро, если вы смотрите утром. И вообще, приходите ко мне на канал, я всем очень рада. Пока!